Всем привет! Сейчас мы будем обрабатывать плечевую линию плеча. То есть мы сейчас будем сшивать плечо передней полочки и спинки. Я сейчас покажу, как я делаю. Сшиваю я вязаные изделия, детали обычной иголкой в одну нитку. Так, вот я вам сейчас покажу, как я делаю. Кончики ниток потом крючком уберем, вяжем. Так. Закрепили нитку. Теперь с этой стороны продеваем. Теперь смотрите, как я. Вот не в середину я делаю, а вот с краю цепляю вот эти, видите, верхние. Верхние петли. Вот я продела, зацепила, провязала, прошила. Теперь с этой стороны тоже. Вот. Видите? Тоже вот так. Медленно показываю. Вот петелька. Видите? Вот она. Я беру туда же колю и вот сюда. Теперь опять сюда же. Смотрите. И сюда. Вот опять петелька. Видите, как иголку ставлю. Так, дальше смотрите, видите, тоже, вот, так, захватываем. У нас такой получается шов. Это плечо. Так, так дальше до конца идем. Это я вам показываю, как плечо сшиваю. Сейчас покажу, как сшивать полочки и спинку.
Вот мы с вами почти уже связали. Осталось только обработать горловину и пошивать детали. Затем отутюжить, постирать, отутюжить. Правильно. И уже готовы изделия. Которые сделаны своими руками. Так, вот мы плечевой шов. Сами уже прошили. Сейчас закрепляем нитку. Срезаем. Срезаю ниточку. Так, вот мы с вами сшили спинку и полочку. Видите, как хорошо получилось. Сами вторую тоже сошли. Теперь сейчас будем сшивать полочку переднюю и спинку. Так, тоже иголкой берем. Вот где начало проймы у нас шло. Вот уже начало проймы мы провязывали. Отсюда закрепляете ниточку. Закрепили. Так, точно так ее и на передней полочке. Смотрите, где мы делали. Вот мы делали начало проймы. Тоже закрепляем. Так, теперь будем шить таким образом. Смотрите, так, тут сейчас закрепим ее, на этой стороне тоже. Вот так, вот, соединили. Все, а это уже рукавчик остался. Так, теперь мы будем сшивать таким образом. Вот, видите, петелька. Мы будем ее вот эту кромочную будем пропускать, а дальше сшивать вот так. Я пропускаю кромочную. Видите, вот эта кромочная шла. Вот боком. И будем вот сюда, вот рядом. Точно так, как плечо делали. Вот. Кромочную пропускаете и сшиваете. Видите, шов получается очень хороший, ничего не видно. И так каждую петельку. Видите, вот петля. И мы вот сюда ее. Вот. Кромочная здесь остается, видите? А мы рядом следующую, в середину петли. И вот так. Сильно не затягивайте, а нормально шить. Так, следующий сюда. Так. И посмотрите, как оно получается аккуратно. Хорошо смотрится. И шва не видно. Вот кромочную пропустили. Дырочка была узорчатая. Вот, смотрите, как у нас выходит. Видите? Шва не видно. Не видно абсолютно. Так. Опять сюда же. Сюда. Так. Вы поняли. Кромочную здесь, вот это, где мы одну снимали и одну изнаночную провязывали в конце, вот это мы их пропускаем, а здесь следующую в середину петельки. Вот так. Опять так.
и вяжете до конца ряда. Не вяжете, а шьете. То я уже так привыкла говорить, вязать, вязать. А это мы зашиваем иголкой. Вот мы до конца доходим уже, сшивая эту сторону. Видите, шва совершенно не видно. Теперь мы дошли до резинки. Резинку точно так сшиваете. Точно так. Кромочную пропускаете. И в следующую. Вот так. Видите? Иголочкой, как я делаю. Вот так. Так. Вот тут тоже не видно. Доходим мы до конца. Петельки. Так, тут хорошо край задеваете. Так, соединили мы вот последнюю петелечку, видите, как аккуратно. Теперь переворачивайте наизнанку ее. Так, теперь закрепляя, будете закреплять здесь наизнанке. Так. Так. Просто я так закрепляю. Тут видите, хорошо. Здесь закрепляю. Делаю вот так. Ниточку подтягиваю. Опять еще одну делаю ниточку. Сюда иголку вставляю в середину. Подтягиваю. Теперь хвостик, чтобы было не видно. Я прокалываю. И в середине этого шва протягиваю иголкой. Немножко, видите? И вот так. Протянули. Так. Подтянули тоже немножко. И берете, срезаете теперь, чтоб не было. Срезали. Чтоб не видно было этих кусочков всяких. Где будет видно, потом мы все попрячем. Вот. Видите? Не видно, где тут. Все, это лицевая сторона. Смотрите, как получилось. Видите? Шов. Аккуратно. Смотрите, там, где мы шили. Вот. Вот отсюда. Вот мы шили. Вот. И вот. Это с лицевой стороны, с изнаночной, вот так получается. Вот изнаночная. Вот, вот шов наш. Видите, как аккуратно, хорошо. Вот идет шов. Вот это изнаночная сторона. А это идет лицевая. Вот отсюда мы шли. Сейчас я вам покажу. Вот это лицевая сторона. Вот. Шов с лицевой стороны. Тоже не видно. Аккуратно пришито. Так. Теперь точно так вы будете сейчас сшивать и вторую сторону. Я тоже. Вот мы с вами сшили и вторую сторону. Вот проходит вторая сторона, где мы с вами сшивали. Вот идет. Вот. Тоже ничего незаметно, аккуратно. И это лицевая сторона, а вот изнаночная. Вот у нас проходил шов на изнаночной стороне. А это с лица. Так, на сегодняшнем уроке достаточно. Мы уже потом я вам покажу в следующем уроке.
Будем пришивать рукава кофточки. Теперь пуговицы подберете, какие вот надо. Так, я уже подобрала. Вот такие купила пуговицы. Я буду вот такие пришивать пуговички. Как раз они такого же цвета. И хорошо подходят. Вот. Так, и останется у нас только обработать горловину. Я вам покажу. На следующем уроке будем рукава пришивать и обработаем горловину. Фактически у нас уже кофточка будет готова. Вот наша кофточка. Мы сшили боковинки, плечи. Остались только рукава и обработать горловину. И пришить пуговички. Я сейчас пришью, и вы посмотрите. Вот я уже пришила пуговицы. Можете посмотреть. Так что у нас остались одни рукава и горловина. Обработать и пришить рукава. Так, сейчас покажу, как я с обратной стороны пришивала. Смотрите, как я пришивала пуговицы. Вы их пришиваете не сразу, не точно посередине, а чуть-чуть берите вправо. Потому что когда вот планка, видите, накрывается верхняя планка, тогда она хорошо прикрывает нижнюю планку. Не торчит и не раздвигается. Поняли как? В общем, то вы посередине должны были здесь пришивать. А я пришивала вот здесь. Видите? Чуть-чуть и сдвигайте вправо. Пришивайте, и тогда планка будет хорошо не раздвигаться, хорошо будет смотреться. Вот теперь обратная сторона, там, где я пришивала пуговицы. Тоже ничего не видно. Пришивайте аккуратно. И конец тоже прячьте туда иголкой. Продвигаете, как я вам показывала уже на резинке, как мы делали. Точно так. Все. Почти готово. Осталось совсем немножко. Спасибо за внимание. С удовольствием я смотрю, что вы заходите на мой канал. Подписывайтесь, буду рада. Всего доброго. Всем привет! На этом уроке мы будем обрабатывать горловину. Сейчас начнем. Мы будем сейчас, вот идет петли. Мы их будем сейчас таким образом набирать на спицу. Вот крайние петли. Вот петля идет. Не за эту будете брать, а за крайнюю. Вот за эту, вот за эти будете. Вот мы начинаем обрабатывать горловину. Вот первая петля, видите? Вот таким образом. Вот вторая, третья. Не с этой стороны, а крайнюю, с этой, с лицевой стороны. Четвертая, пятая, шестая. Седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Вот до линии плеча 21 петля. Точно так, чтобы было и на той стороне. На второй линии плеча, до второй линии плеча.
Продолжаем набирать. Так, дальше доходим до линии плеча. Вот мы дошли до линии плеча, до второй. Тут должны мы тоже набрать 21 петлю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вот мы набрали. Получилось 21 петля. Тоже. Начинаем вязать первый ряд. Первый ряд вяжем таким образом, чтобы ровно красиво горловина шла. Мы сейчас первые две петли провяжем с краю одной. Смотрите, вот одна и вторая, которую мы набрали, их провяжем одной. Провязали. Теперь мы будем весь ряд вязать лицевыми. Вяжите лицевыми до конца ряда. В конце, когда вяжете, тоже там снимите две петли одной, чтобы получался красивый угол, край горловины. Так, продолжать вязать лицевыми до конца. Вот мы подходим до конца ряда. Мы вяжем лицевыми, но лицевые петли, но с изнаночной стороны. Вот эти потом поубираем все кусочки ниток, которые отрезаны. Я их специально сейчас пока не убираю, потом покажу, как я их убираю. Так, теперь мы дошли до конца ряда. Мы эти две тоже провязываем вместе. Одной. Провязали. Следующий ряд мы будем вязать опять лицевые петли. Так. Смотрите, что у нас тут получилось. Так.
Первую мы снимаем и вяжем лицевой. Так вяжите до конца второго ряда. Следующий ряд мы вяжем резинкой двойной, или называется она еще полая. Так, для начала мы снимем эти две петли крайние одной. Теперь провязываем 1 изнаночная. Лицевую снимаем, изнаночная, одну снимаю, изнаночная, снимаем, изнаночная, снимаем, изнаночная провязали, теперь сняли, изнаночная, сняли, и так вяжите до конца ряда. Вот мы дошли до конца ряда, и тоже две этих петли провязываем одной. Для чего это делается? Чтобы ровно вот шло красивое как бы продолжение планки. Так, следующий вяжем мы эту же резинку, но не забывайте, мы сейчас должны сделать тоже петельку. Так, вот на уровне, так, сейчас провяжем. Так, одну сняли. Раз. Подождите, сейчас так. Секундочку. Сначала. Одну мы петельку сняли. Лицевую мы снимаем, изнаночную провязываем. Так, теперь мы снимаем, сейчас посмотрим, где тут петелька была, снимаем и делаем петельку накид и 2 вместе провязывайте. Провязали 2 вместе. И дальше вяжите по узору. Идет изнаночная, снимаете, изнаночная, сняли, изнаночная, сняли, изнаночная, сняли. И так до конца ряда. Вот у нас получилось, вот здесь петелька будет. И вот мы до конца ряда дошли. Эти 2 петельки мы тоже должны, изнаночная, мы должны их провязать вместе одной. Вот смотрите, вот 2 петельки. В конце ряда мы провязываем одной. Так. Вот. Провязали одной. И так вяжите еще 2 ряда такой же резинкой. Провяжите еще 2 ряда такой же резинкой. Провязали еще 2 ряда такой резинкой. Теперь начинаем закрытие петель этой резинки двойной, и как я уже в своих уроках показывала, будем закрывать резинку эластичное закрытие резинки очень аккуратно и красиво. Вот так она будет. Я уже начала, вот посмотрите, начинаем закрывать. Вот где петля у нас должна быть изнаночная, мы провязываем таким образом.
Так, накид делаем от себя. Провязываем изнаночной петлей. Провязали, снимаете ее. И теперь эту, которую вы накид сделали, перекидываете. И следующую тоже точно так перекидываете. Вот. Кому надо, чтобы более подробно посмотреть, посмотрите в уроках. Так. Теперь следующее идет как лицевая петля. Это петля, которую мы ее снимали. Она вот лицевая у нас, но мы ее снимали при этой резинке. Мы ее снимаем сейчас таким образом. Теперь на себя делаем накид, провязываем лицевой, снимаем, и теперь этот накид, который вы провязали, поддеваете. Сейчас так, вот этот накид поддели и перекидывайте через эту петлю. Вот мы перекинули и снимаем так. Теперь следующий точно так через эту же петлю мы перекидываем. Придерживаете петли пальцами, если соскакивают. Так, следующая у нас идет изнаночная. Вот. Мы ее таким образом тоже провязываем и снимаем. Накид делаем. Теперь провязываем мы эту петлю изнаночной. Теперь этот накид перекидываем через эту петлю. Снимаем и следующую точно так. Перекидываем, вот перекинули и сняли. Вот у нас что выходит, смотрите, видите как? И так красиво получается. И не то, что оно красиво, но так получается. И видите, край получается красиво. Но еще дает как бы утолщение резинки здесь, она будет очень хорошо стоять. Дальше. Следующая петля у нас идет вот лицевая, ту, которую мы снимали. Мы ее делаем накид, провязываем лицевой. Теперь подхватываем эту петлю, перекидываем. И следующую точно так перекидываем через нее. Следующая у нас идет изнаночная. Изнаночная накид делаем от себя. Вот таким образом. Вот. Провязываем изнаночную. Теперь берем накид, который мы сделали, перекидываем через эту петлю. И эту вторую петлю, это та, которую мы в начале ряда снимали, как кромочная. И вот она везде перекидывается. И вот что у нас получается. Видите, как хорошо. Так, следующая у нас идет лицевая. Лицевая мы на себя накид делаем. Изнаночные вот так от себя делаем везде, а лицевые на себя. Провязываем лицевой. Теперь берете. Так. Придерживаете пальцами, если она спадает. Перекидываем и следующую тоже опять перекидываем. Вот у нас получилось. Итак,
снимаете до конца ряда. Вот мы закрыли всю резинку. Теперь срезаем. Так, вот у нас закрытая резинка уже. Теперь мы вот срезали ниточку, сейчас мы ее уберем. Вяжем крючком вот таким образом. Вот мы до конца убираем этот хвостик крючком. Лишние ниточки можно обрезать. Вот что у нас получилось. Такой обработка получилась, обработка горловины симпатичная, к тому же она, видите, как плотная, здесь край красивый. Так, теперь эти тоже убирать можно. Кусочки и нитки. Так. Вязаем. Так, это точно так можете потом сами убрать, как я вам показала. Я уберу. Так, теперь сейчас я вам покажу крупным планом, как оно у нас получилось. Вот мы уже сделали горловину, обработали. Я вам показываю ее крупным планом. Вот. Тут маленькая для петелечки дырочка. Маленькая такая. Точно пуговичка, только маленькая будет, пришьем. Вот, смотрите, как хорошо смотрится. Я вот даю вам крупным планом.
Это впереди. Так, сейчас покажу с обратной стороны со спины. Вот я показываю теперь с обратной стороны со спинки. Вот обработка. Смотрите, ничего не видно. Никакого шва. Мы набирали здесь петли прямо на это. Вот я вам показываю с изнанки. Смотрите. Тоже. Видите, как аккуратно наша горловина. Горловину обработали, осталось нам только пришить рукава. Сейчас мы пришьем рукава, и уже будет готова кофточка. Вот мы пришили на горловине маленькую пуговичку. Все, смотрите теперь. Теперь на следующем уроке мы будем пришивать рукава. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Подписывайтесь. До свидания. Всем привет. На этом уроке мы сейчас будем пришивать рукав кофточки. Находим середину. Вот нитка у меня, как мы вязали, где сбавляли последние петли, вот осталась нитка. Отсюда мы иголку берем. Это центр рукава получается. Ниткой я здесь закрепляю. И теперь вот у нас линия плеча, тоже ниточка. Вот мы сейчас отсюда и здесь пришиваем. Вот этот центр рукава, это линия плеча. Отсюда начнем пришивать. Вот мы соединили центр рукава и линия плеча. Теперь дальше шьем, как я вам уже показывала, объясняла. Вот эта петля, которая проходит кромочная, мы ее вот так придерживать можете и начинаете шить. Возле нее следующие. Так, вот берем, захватываем, видите, петля кромочная остается. И дальше. Так, смотрите. Сюда. Видите, ровненько получается. Итак, будем шить сейчас. Вот у нас начиналось окат рукава мы вязали. Видите? А здесь пройма. Вот мы сейчас, видите, окат рукава, пройма. Мы теперь вот так привязываем сюда, пришиваем.
кромочную петлю, обходите, со следующей петли начинаете пришивать. Вот получается, видите, как шейте до начала оката и начала проймы. Вот мы подходим к началу оката рукава и к пройме. Так. Вот мы одну сторону рукава уже пришили. Вот. Пришиты. Шва не видно. Переходим дальше. Теперь вот у нас здесь сначала с другой стороны оката рукава делали. Так, мы теперь закрепляем. Вот закрепили. И теперь сейчас будем шить другую сторону. Вот, смотрите, одну мы пришили, теперь сейчас будем это шить. Шьем дальше. Вот пропускайте кромочные петли и шьете следующих. Видите, ничего шва не видно. Вот у нас кромочная. Мы берем вот так. И вот так. Вот сейчас мы доходим уже до центра рукава. Вот чуть-чуть осталось провязать, прошить. Сильно не стягивайте нитку, а то будет тянуть рукав.
вот мы подходим к концу. Вот центр рукава. Мы тут соединяем, откуда начали, туда и пришли. Так. Соединяем. Вот мы отсюда начали, сюда же и пришли. Теперь мы срезаем точку. И эти тоже. Так, срезали мы. Смотрите, рукав пришит. Теперь сейчас нижний тут вот здесь шов боковой будем пришивать. Теперь начинаем от проймы. Вот отсюда начинаем сшивать боковой шов рукава. Точно таким же швом делайте. Напоминаю, сильно нитку не стягивайте, а то будет тянуть. Смотрите, как аккуратно. Итак, шьем до конца. Вот мы подошли уже к резинке рукава. Сшиваем резинку также.
Вот мы довязали колпачок, теперь его переворачиваем и здесь закрепляем. Так, закрепляем, сейчас нитку отрежем. Все. Вот мы сшили наш рукав. Сейчас я вам покажу крупным планом. Вот наша кофточка уже связана на 1,5-2 года на ребенка. Смотрите, я даю ее крупным планом. В основе этой кофточки лежит узор, который у меня есть там в руках. Я давала объемный узор с такой же пряжи. Образец я давала. Так, еще раз посмотрите. Благодарю за внимание. Спасибо, что заходите на мой канал. Всего доброго. До свидания.